Всем привет! Я тут на днях была на выставке «Фазенда». Проходит она в Москве, парк «Сокольники». Я, честно сказать, туда каждый год хожу, но не за тем, чтобы там понакупать всего, а больше, знаете, поглазеть, какие-то сорта новые посмотреть. И купила. Купила 4 саженца земклуники, называется «Студенческая». Я о ней почитала, мне она понравилась по описанию. Она ничем, собственно говоря, не уступает купчихе. И как продавец мне сказала, что купчиха очень часто дает белый кончик на ягоде. А вот у сорта студенческого такого нет. Ягода очень похожа на купчиху, тоже такая темная, красивая, глянцевая. В общем, загорелась я этим сортом, приобрела 4 штуки. Сейчас вот подготавливаю грядочку. Эта грядка небольшая, мне сейчас негде посадить ее. Посажу возле теплицы, здесь у меня горох рос, высокорослый. Сюда ее высажу. Хочу развести, потому что купчиха мне действительно понравилась. Я в этом году ее попробовала, у меня едят только все купчиху. Какая же она ароматная, вкусная и красивая ягода. Очень понравилась и хочу развести, если такая же будет ягода и у сорта студенческая, буду разводить. Очень мне нравится земклуника, я ее прям распробовала. Подготовила такую небольшую грядочку, здесь как раз 4 саженца, им здесь будет отлично. По описанию она не такой большой куст, как у купчихи, но тоже довольно-таки рослый кустик. Ну, здесь 4 саженца у меня будет вполне достаточно. Внесла сюда 2 ведра перепревшего навоза, пролила вот лунку. Ну, посадка здесь самая легкая, главное не заглубить сердечко и сердцевинку, и все будет нормально. Качество саженцев неплохое. Я, между прочим, знаете, смотрела в интернет-магазинах этот сорт, и нигде он, в принципе-то, и не продается. Очень редко где-то его найти. А вот надо искать все-таки в частных питомниках, вот или на выставках. Ну, вообще, я прям такая довольная, что приобрела. Сейчас посажу и покажу еще, что я купила там. Смотрите, вытащила растение из стаканчика. И какая отличная корневая система. Корешки все беленькие, их много. Я научена горьким опытом, и теперь рассаду я покупаю только закрытой корневой системой. Таким образом я высадила земклунику, но это временно, потому что по весне я буду отдельно делать грядку для всех земклуник, рассаживать и купчиху, и этот сорт студенческий. Студенческая. Еще приобрела на этой выставке ножницы садовые, пружинный принцип работы у них. Лезвие ножниц тефлоновое, клепанные, отличные, они сидят в женской руке, острые, режут как по маслу. Замечательная вещь, это фирма Sakura, у меня этой фирмы есть секатор, служит он у меня, мне уже 4 года, такой же секатор острый, ничего здесь не сломалось, работает отлично, у него храповый механизм, не смотрите, что он такой грязный, это я убирала помидоры с теплицы, обрезала и загрязнились. Он же также вымывается, все здесь прекрасно, и дальше он работает. Фирма Sakura, она не дешевая, конечно. Секатор не помню, сколько стоит, а вот ножницы купила за 1500. Но они стоят тех денег, потому что секатор у меня один. И ножницы у меня тоже будут одни. Замечательная фирма, я прям ею довольна, работает исправно и стоит своих денег. Вот такая красавица лаванда цветет невероятно. Эти кусты я выращивала, эту лаванду вырастила из семян, а в этом году высадила, и вот в первый год она так зацвела. Так что лаванда в первый год цветет, только если вы ее посеете рано, в феврале, не позже. И здесь другой сорт, это голубая, тоже начинает цвести. Я ее очень поздно высадила, но посмотрите, она все равно дала цвет, будет голубого. Я, конечно, это уже не увижу, так как уезжаю в отпуск, но я дождалась ее цветения. И хочу показать еще горную лаванду, которую я привезла с Сочи. Разрослась она шикарно, это всего лишь 3 кустика.
Ковер невероятный. Цвет листвы сизый такой, красивый, ароматный, но не цветет. Я думаю, что в этом году я уже не дождусь ее цветения, но на следующий год, я думаю, да. Она хорошо перезимует. А здесь что... лаванда куст, который у меня с прошлого года перезимовал тоже. Шикарно цветет до сих пор. Но здесь вообще очень плотно разросся. В этом году я его уже в зиму не буду накрывать. Будет просто сделаю обрезку и уйдет таким образом в зиму. В следующем году я не буду лаванду выращивать из семян. А в этом году попробовала ее черенковать, и отлично все получается. Еще хочу показать подсолнухи, которые выросли у меня в этом году. По сортам не скажу, потому что пакетики дома, но это вообще какая красота. А подсолнухи декоративные, как плюшевые. Они такие набитые, такие красивые. Смотрите, какая красота. Их много. Они будут распускаться, распускаться. Здесь они прям по всему стеблю. Вот такие. Вообще все желтые будут. Здесь еще подсолнух. Он очень высокий. Наверное, 3 метра. И тоже по всему у него будут распускаться подсолнушки. Очень высоко. Такие вот красивые. Черная серединка. И ярко-желтые лепесточки. Красота. Часть подсолнухов я уже убрала на семена. Здесь у меня посажен для семечки. Наверное, еще вот этот не созрел. Сейчас вам семянку хочу показать, какие они крупные. Сейчас вытащу. Это черная семянка и белый бачок. Ну, наверное, еще вот этот не созрел. В общем, вот такая семечка крупная. Она должна почернеть с белым бачком. Уже некоторые шляпки я уже сняла. И уже заодно уж покажу. И вот смотрите, хотела еще показать. Вот крот нарыл здесь. Здесь нарыл. И дальше вот прям по всей грядке, вдоль всей грядки, вот такие холмики от крота. Но крот сюда, в грядку, не залазит. А знаете почему? Потому что у меня там, в грядке, проложена сетка от кротов. Вот если бы не было сетки, вот эти все бугры, вот смотрите, вдоль всей грядки, вот эти холмы, они все были бы здесь. Он бы все бы мне перекопал. У нас на участке очень много кротов. Это просто бич у нас такой. И мы все грядки, которые здесь находятся, они все с сеткой. Здесь цветная капуста уже начинает закручиваться. В середине октября можно будет снимать урожай. Здесь дайконы, редьки, черная, зеленая. В общем, все, что только нет, укроп. И вот опять эти холмики от кротов. Представляете, что было бы в грядке? Вот такие. Здесь клубника, земляника крупноплодная, рассажена этого года усиками, розетками. Здесь на краю я высадила тоже уже. Усы дала у меня купчиха. Здесь я уже высадила. Такие хорошие уже пошли, крупные. Грядка для чеснока. И моя земляника крупноплодная здесь. Очень много ягод. Но уже нет тепла, чтобы она спела-спела. Но она вон еще вся цветет. Это ремонтантные сорта цветут, дают урожай. Очень много зеленой. Ну, может, еще и поспеет, если не будет морозов, конечно. Вот. Это этого года. В общем, ягоды очень много, очень много. Она вся еще цветет. Вот как раз ее купчиху вам покажу. Тоже она у меня растет. Замечательная ягода. Я прям ею довольна. Вот она. Такая вкусная, такая ароматная. У нее такой земляничный и вкус, и аромат. Это одно удовольствие есть такую ягоду. Мне она очень понравилась. Тоже цветет. Вот. Видите, ягод. Два куста у меня здесь вот эти только цветут, эти нет. Земляники много. Здесь тоже у меня рассажено усиками уже этого года. Позднеспелая капуста растет. Отлично завязала кочаны.
Здесь у меня два сорта. Наверное, уже по 5-6 килограмм точно будут. Убирать их сейчас, конечно, я не буду. Приеду с отпуска в середине октября, и тогда займусь уборкой капусты. Перед отъездом хочу вам показать тыкву. Здесь у меня черт что творится с этой тыквой, но сегодня буду снимать эту тыкву большую, самую крупную тыкву буду снимать, потому что уже все, ее пора, уже у нее такой восковой налет, видно, что кора отвердела, или как это правильно сказать. Эту самую большую буду снимать, потому что мне нужно сфотографироваться для конкурса урожая этого года. Здесь еще тыква, я ее снимать пока не буду, будет лежать. Это лагинария разрослась здесь ковром, но урожая не будет в этом году лагинарии. Здесь вот еще тыква, царевна лягушка, но не вызреет она. Не хватило ей еще недели две, чтобы полежать. Где-то у меня еще вот царевна лежит. Ну, пока пускай лежит. Вот тыковка. Это уже другой сорт. Это мускатные сорта, но не вызреет. Итак, барабанная дробь. Снимаем первый урожай тыквы. Оп. Все. Тыкву снимать нужно обязательно с плодоножкой. И сейчас мы ее в тачку положим. Все, сорвали тыкву. Килограмм 15 будет? 20. Плодоножка очень короткая у этого сорта. Я уже под лицо ее срезала. И такая она маленькая. Все, теперь фотосессия на конкурс «Урожай года».